В Нью-Белгу на постоянной основе открылась инжиниринговая школа. Здесь ученики будут развивать свой научно-технический потенциал, разрабатывать передовые технологии и продукты. Уже в процессе обучения ребята внесут вклад в инновационное и экономическое развитие области. Дети получают системные знания в области проектного управления, английского в информационной и научно-технической средах, основы все IT-программирования получают, а дальше специализация идет. Сейчас школа работает по 7 направлениям. Это фармацевтический инжиниринг, медицинский, производственный, информационный, социально-экономический, дизайн-инжиниринг и инжиниринг мобильных приложений. Образовательный процесс в инжиниринговой школе серьезно отличается от того, к чему вы, дорогие ребята, привыкли в школе. Это не просто урок, это не урок, вернее. Это лабораторные занятия, они носят практический характер, исследования, научные открытия, эксперименты. На торжественном открытии присутствовали и ученики из 9 школ Белгорода и Белгородского района. Многие из них уже обучались в летней инжиниринговой школе. Со стороны ректората. Мы сделаем все возможное, а, наверное, больше, чем возможное, чтобы занятия в инжиниринговой школе были полезными, интересными и с определенными научными результатами. Экономика области на сегодняшний день достаточно эффективно развивается. Потребность в кадрах, высококвалифицированных кадрах, у нас растет с каждым днем. Ученики из разных школ Белгорода порадовали присутствующих своими талантами.